Ну что, дорогие друзья, всем привет! Очередной новый сникпик. Как и обещал, все, кто подписан на канал, включили колокольчик, будут получать эксклюзивную официальную информацию, в числе из первых. И сегодня у нас сникпик про нового бравлера. Мы поиграем сегодня первый в мире, в игре еще нету, а мы сможем заценить сейчас геймплей, гаджет, пассивку, все новые скины, а также их цены. И, как всегда, Артскул на связи. Всем привет, дождались снэкпиков, погнали. Да, как и обещал, мы в числе из первых выкладываем снэкпики, так что Аркул вчера на 10 минут позже выложил, как и договаривались. Ссылка на Аркула будет в описании, он там, короче, тоже выложил снэкпик, чекните. Обязательно. В общем, друзья, давайте так, кто сейчас ждет обновления в игре Brawl Stars? Просто поставь лайк и подпишись. И я тебе уверяю, что в скором времени ты уже увидишь обновление. И я думаю, что разработчики не заставят ждать. Поэтому подпишись прямо сейчас и нажми лайк, если хочешь, чтобы вот этот процесс к обновлению ускорился просто там, не знаю, x200, чтобы скорость была до обновления. Знаете, вот таймер идет, там осталось, допустим, там 2 дня, и таймер... Ладно, поехали смотреть снэкпик. Итак, друзья... Калет! Девочка-персонаж, все думали, она будет это Биби с психушки, но нет. Это просто... Я, кстати, предысторию этого бравлера не знаю. Это кассирша в этом... В пятерочке. Да, в пятерочке. На самом деле прикольно, да, анимашка вначале была? Она мне казалась какой-то психованной, но она даже улыбается вроде бы. Ну да, у нее это рукава, я думал, ее, короче, понял, за... Да, смирительную рубашку, да? Запеленали, да, и она держит какую-то книжку. Блин, ну прикольно, анимация, да, реально классная. Ля, смотрите, она долгая такая. Да, значит, Калет будет хроматическим бойцом. По характеристикам, друзья, смотрите... Характеристики данного персонажа непростые. Значит, у нее есть... Вот давайте сейчас, видите, атак и супер ее. То есть давайте поговорим про атаку. У нее на урон наносится на 35% от количества ХП противника. На 35% меньше, да? Или нет, больше? Ой, больше. Урона будет от количества хитпоинтов противника. Да, то есть чем больше ХП у противника, тем больше наносится урон. То есть очень интересно будет затестить в боссе. Но фишка в том, что если у вас очень мало хитпоинтов, ну мы сейчас увидим это дальше, это ну нереально будет снести перса практически. Ну вы сейчас это увидите. И также у нее спешл дамаг, это 1400 урона по бустам, по ящикам, по тарельке, ну короче, по всем неодушевленным предметам. Предметам, да. И, кстати, перебью, ты задумался, это перс, которому по факту, ну, не нужны банки. Она не зависит от банок, ты прикинь? То есть... Урон все равно 35%. Не, понимаешь? почему? Но, не, но да, не в смысле. Так но... это... Так подожди, а правда? Стоп. Урон... Да, урон не увеличится. Но банки нужны для того, чтобы увеличить хитпоинты. Да. Вот да, рили, урон же не увеличится. А слушай, а с коктейлем? Да так же, походу, останется. Не-не-не, ну 135 должно быть, не? Короче, будем тестировать. Ну, это реально, я не задумывался. Ну и по поводу ульты ее. Значит, ульта ее... Это она, как Дэрил, катится вперед и потом возвращается назад. Дамаг у нее 20% наносит от количества хитпоинтов соперников. И спешл дамаг также 1400, как и обычная атака. И у нее 4480 хп на фулл левеле. Дальше, гаджет. Гаджет у нее... На 40% специфический, и когда вы его нажимаете, на 40% в зависимости, ваш урон, в зависимости от вашего количества ХП, будет больше, на 40%, то есть если у вас мало ХП, то вот в соотношении лучше этого ХП, юзать, да. Короче, да, если простыми словами, юзать его только когда у вас фулл ХП. Чем больше у вас ХП, тем больше у вас будет урон. Короче, 40% урон увеличится от вашего количества ХП. Это гаджет первый. Вот, второго у нас нету сейчас на данный момент. Пассивка. Да. Пассивка, значит, у нас отталкивает на расстояние, движущаяся. Ну, то есть она ультует, да, она до какого-то расстояния доходит. И вот до этого расстояния она отталкивает, да, пассивкой своей. Да, она вот когда ультует всех, кто рядом, она откинет их на конечную точку своей ульты.
Прикольно, прикольно. И вернется назад. То есть, ну, у нее, она, знаете, она такой, я не знаю, шестереночка какая-то в команде. То есть, она не, ну, как, она очень хороший саппорт, но очень слабый в одиночку персонаж. Кстати, да, загрузочный фон новый. Давайте сейчас посмотрим. Тренировочная пещера вообще такая красивая. А, да, кстати, изменили. Гля, это как в осаде, да, сейчас? Да, ну, мы же, когда увидели ребята в снэкпиках, ой, в бралтоке, да, у нас она 1400 урона наносила, все такие, блин, да это мало для одиночных. Смотри, смотри, сколько хитпоинтов у робота, и она его добить не может, вот только что добила только. Да, кстати, значит, 4000 хп она сносит по 1400, у нас 4000 хп, я не знаю, половина бравлеров в игре. Вот робот, смотрите, смотрите, сколько сейчас урон будет. А что так мало, слушай? А это робот, это специфическая, это специальная... А, спешл дамаг, да, это? Да, да. Понял, понял, понял. И вот смотри, вот сейчас урон по ней проходит, она юзает гаджет, и когда ударит, урон пройдет меньше по роботу. Потому что у нее хитпоинтов меньше. О, да, на 200... 1192, она отхилилась, сейчас заюзает гаджет, и теперь урон будет 1700, по-моему. Вау, 1800 почти. Да. А, вот вам и разница, когда надо использовать гаджет. То есть даже меньше, чем обычная атака. Если вы использовать будете не при фулл хп, у вас даже будет меньше, чем обычная атака. Поэтому его только, когда у вас фулл хп использовать. И вот смотрите, что делает пассивка, да? Она так, как бульдозер. Да. На самом деле, без пассивки играть будет сложно. Вот прикинь ситуацию, ты стоишь, да, вот возле тебя противник. С помощью пассивки ты его откинул назад и вернулся. Да-да-да. А если тебя нету, ты вернешься к нему, и он тебя добьет какой-то быстро. Ты не вернешься просто. О, это теперь в реальных катках. И вот сейчас смотри на хитпоинты Сэнди. Она не может добить ее. Ля, 200... Что такое 280 урон? У воробушка яд тикает. Ну, 140 там у него. Короче, это вот я разбирал эту ситуацию, мне кажется, вот это реально просто поддержка. Вот начинается катка, если ты играешь на колит, надо сразу танков выносить. Я же говорю, это шестереночный перс, он будет тактичным, но сложным. И я не думаю, что он будет имбовым. Вот в чем. Ой, красивое. Мне очень нравится меню завершения. Но вот единственное, что претензия. Я не понимаю, почему не добавлена статистика подробности боя. Сколько ты там нанес урона, сколько ты сделал киллов, там, я не знаю, хил, отхилился ты сколько там, умер ты сколько раз за поединок. Я думаю, это очень было бы круто и полезно для всего, для статистики, для всего, да. Вот. Почему до сих пор не ускорили повторы, почему нельзя их перематывать, это тоже я говорил. Кстати, это новый скин, Трикси называться будет. Крутой скин, но, опять же, я, например, вот честно скажу, я... Не очень признаю, когда добавляют нового перса и сразу на него добавляют скин, потому что ты еще не успел привык к стандартному облику, как уже новый добавляют. Поэтому. Но все равно он будет на 60 уровне, и не каждый его сразу сможет забрать. Я каждый. Ну да. Все же эти ютуберы так забирают скины. Так, ну, скин достойный, блин, прям вообще, смотрите, да, ее книжка в птичку превратилась, и в летучую мышь, в бабочку. Похоже на этот, на био, мегамуха био тоже так летает. А, да, слушай, они даже не стали заморачиваться, они, походу, так и сделали. Это типа книга вылетает, да, у нее? Ну да. А, значит, смотри, это, кстати, новый, тут показывается, вот смотри, ульта вообще почти не наносит. Она не может никого убить до сих пор. Это режим 1-3, когда ты можешь забанить ботов, кстати, вот показывается. О, это френдли бой, да? Да, вот смотри. Ля, это впервые такое, ребята, такого еще в игре нет, смотрите. О, кстати, прикольная анимация поражения. Да. Так, а что, у него еще и тара будет? Да. Я тары не видел. Когда Кольт. Ты в меню заходишь, меняется вот так вот просто, понял? Брок. Меняется, когда ты выбираешь перса. Ну, так. За 30 гемов нормально. 30 гемов норм, да. За 30 гемов самый дешевый скин нормально. Ля, реально, что, все персы или что? Ну, не все, там около порядка 6-7, насколько я заметил. Ага, они не повторяются? Они тут повторяются, уже Эльприма второй раз. Да. Это Тик. Спраут. Ой, Спраут. Спраут, да. Так. Ну, в бою точно так же вот. Сейчас маска, по-моему, ниты, если не ошибаюсь. Да, ниты. Но в бою оно как-то не очень выглядит. Ну, как будто обычный спайк, да. Не очень. Скин.
Но я думаю, за 30 гемов будут покупать все равно. И опять-таки, когда ты сейчас умрешь, вот ты резайся, уже будет новая маска. Да-да-да, ну я не знаю. Ну 30 гемов, да, ну блин. Новая маска, да, будешь. Ну и все, и нормально. Не, ну вот 8 бит смотрит, ну, смотрится нормально, прям заметно, что там маска. А вот ниты немного, ну ладно, окей. Блин, какая же классная анимация этого, да, завершения да, боя. Так, еще бы какую-то статистику вообще цены не было. Сэнди будет стоить 80 гемов. Кстати, это Калет, она будет в Брал Пассе, поэтому цены ей нет. Она бесценна. Сэнди... Честно, для меня вообще такой несуразный скин вообще. Непонятно что. Налепили все, что было. Мне тоже непонятно, к чему тут Эль Прима, Чупа-Чупс, Леон, Шапка. Да, ну такой скин. Такой. Не очень. За 80 гемов? Ну, он, да. Ну, и я бы за 30 его продавал бы. Ну, это ты. Ну, да. Суперсел бы нормально так продать. Вот. 80 гемов. Изменился ульт. Это кастомный ульт, видишь, такой синий, и там какие-то... В облачки летают. Облачки, да, кстати. Короче, друзья, после просмотра ролика напишите в комментариях, какой вы хотите себе скин. Подпишитесь на канал, и я буду делать розыгрыш, много призовых мест, буду разыгрывать скины, буду разыгрывать брал-пассы. Все это, ну, короче, скоро будет много розыгрышей. Эль Прима будет 10 тысяч старок стоить, ну, так как он продается за старки, вообще пофиг. Ну, мне не нравится. На самом деле, он меня удивил, знаешь, чем? Вот в менюшке, окей, такой... Я понял, в геймплее у него, я знаю, будет другой. Ну, давай посмотрим. В геймплее реально прикольно. Но он кислотный. Да, да, да. Так. Ух ты, как светится. Ля, шо, он воняет? Ну да, до сих пор. Смотрите, от него радиация исходит. Ну да, вот то, что... От ульты будет какой-то след? Смотри. По-любому сейчас. Пошел, молодой. О, хорош. Не, ну он такой стал, да. Ну такой, ну эффектный, как минимум. Прикольно. За 10к старпоинтов, мне кажется, это тоже. Да, то, что он продается не за кемы, это хорошо. Старпоинты нафармить сейчас несложно. Дальше. Poco Star, он будет первым в Brawl Pass'е. Как только вы активируете Brawl Pass, вы его сразу сможете забрать. У меня такая корона тоже есть. Короче, да, у Poco такая же корона, как и у меня. Кто позволил, не знаю. Как это пропустили, без понятия. Видимо, ему тоже посылка приходила. И, кстати, у него, по-моему, новый значок Brawl Stars, да, вот это на этой. Ну, на лбу. О, ну, прикольно, да. В 3 на 3, 1 на 1. Это же можно с лалом на мортисах так за... Ну да, это можно файты так делать, да. Все, лал, ты хотел раз на раз на мортисах? Вот мы и замутим. Ты что, это круто, блин. Потом замутим еще ты против нас троих. Все это будет. Бля, ну это вообще круто, в режиме 3 на 3, 1. Не, вот то, что отключать можно ботов, это классно. Жаль, это в глобале нельзя. Так, М, 150 гемов. Сомнительно, мне не нравится, как тебе? Что там, турелька Джесси? Мне нравится. Турелька Джесси, брелок Поко, сумка 8 бит, шапка. Не знаю, мне прикольно, мне зашло. Носки Спайка. Но опять же, налепили всего, не знаю. Налепили все, да, но она как-то смотрится более лаконично, чем у... Но у нее хвост красивый. Так, кепка Тик. Это Дэрилы висят на серьги или что это? По-моему, Дэрилы, по-моему, да. Похоже на Дэрилы. Нет, нет, это не Дэрилы, это Тик. Ой, Спраут, по-моему. Не, стоп. Сейчас всех назовешь. Короче, по-моему, Спраут. Ну ладно, пофиг. Так, ну по анимации... Прикольно, ну в катке прикольно смотрится. Мне нравится. Ну хвост красивый, согласен. Ну прикольно. Напишите в комментах, нравится вам или нет. Мне нравится. Понял. Кто съест этот скин? 150 гемов. Кстати, вот смотри. Карты. Вот карта старая возвращается. Вернуть старую. А, я помню эту карту. На этой карте я метатели апал. Здесь робот, по-моему, должен быть, нет? Был робот, да, но в дружеской игре, может, и нету здесь робота. А, ну это дружеская, конечно, не будет здесь робота. Да. Ну да, это круто на самом деле. И, кстати, может, ты знал или нет, я не знаю, этот... О, смотри, смотри, видел бульбашки какие-то были? Да-да, Шедеха теперь будет каждые 7 дней обновляться карт. То есть 7 карт будет в сезоне на Шеде. Ого. 7 карт от... А было? А было 14, ну, сезон длится 14 дней, и каждый день новая карта. Теперь 7 дней.
и потом опять обновляется. Новый скин на Спраута, 150 гемов. Вот тут я могу сказать неплохо. Да. Тем более, что он, смотрите, в полете такой какой-то космический. Это шаттл, да. Такой именно, как из Звездных войн. Как... Не, мне нравится. Скин на Спраута прикольный вообще. Да, у него и анимация атаки, и ульты очень прикольная. Там тоже вообще бомба, супер. Итак, погнали. Ой, вообще классный. Он на вольта похож. Да. Кстати. Такого, мини-вольт. Это мини-обнова. Офигеть, а что это он бросает? Я честно не разобрал. Какие-то петарды. Морковка, да, какая-то вылетает сначала мина, а потом морковка. Так, а ульт что будет такое? Другой? Давайте другой ульт, да, плиз. Да, там прикольно. А ну. Ух ты! Ты что, мне кажется, что не увидишь новые, не шипы, это... Мне кажется, это какие-то планеты, и сверху видишь там спутники какие-то установлены. Да это не планеты, это вот эти скафандры, которые приземляются на орбиту. Возможно. Ну, как они там называются, не знаю, я не космонавт. Лё, вообще, не, вот 150 гемов стоит этот скин. Прям лайк. 100%. Ну все, на этом к концу подошел снэкпик наш. В общем, друзья, самый дорогой скин это 150 гемов. Хотя мы знаем, что были и за 300, да? Были же за 300? Да, на этого на... Ну, я бы не сказал, что скины прям супер-мега-бомба. Мне понравился на Спраута и понравился на... Все. А кто еще? Да. А, не, на Поко понравился, на Поко, прикольный. А, не-не, на нового перса, вот. Поко, новый перс и Спраут понравились скины. Они достойные, прикольные. Вот, по поводу мини-обнова, да, согласен, она чуть больше, чем мини. Реально мне нравится. Я с большим интересом наблюдаю за снэкпиками, за всем, что нам разработчики сейчас постят, демонстрируют. Хоть и, да, после Бралтока был небольшой осадочек, да, ты согласен? Ну, был мелкий осадок, да. Ну, как мелкий, вытаскивали из депрессухи, на неделю ушел. В общем... Честно, красавцы, сейчас прям вообще люто мочат. А что будет в большой обнове? Да, ребята, куча изменений баланса, скины, новый перс, новый сезон, это мини-обнова. Принимаются. Я доволен, реально. Ждем в октябре, или когда они там будут классную обнову. Ну, там по два перса будут, еще какие-то режимы. В общем, не, реально, изменения, анимации новые, там, отключение ботов. Ну, короче, приукрасили нашу рутину. 100%, ребятки, да. Чем больше вы наберете лайков, тем быстрее выйдет обнова. Я не шучу. Подписывайтесь и ждите. Не пропускайте новости, потому что они скоро будут. Увидимся. Пока. Пока-пока-пока.